Уважаемые коллеги, разрешите вам представить доклад по Ивановской области. У нас канцер-регистр ведется в головном учреждении в Ивановском областном онкологическом диспансере, и в районах учреждений больше нигде не ведется. Поэтому нас миновала такая проблема, как сопоставление канцер-регистров. Но, тем не менее, у нас, конечно, есть много других проблем. Население Ивановской области составляет 1 миллион 36, чуть более 1 миллиона человек. Разбивка по городскому и сельскому населению представлена. И возрастной состав населения Ивановской области, он выше, несколько старше, чем в среднем по Российской Федерации. Источники данных для регистрации у нас такие же, в общем, как и в остальных регионах, утвержденные соответствующими приказами Минздрава. И программное обеспечение разработано сотрудниками нашего диспансера, программистами. Какими-либо другими программами мы не пользуемся. По локализациям злокачественных новообразований, представленным также на слайде, на первом месте у нас идет новообразование кожи, далее молочная железа, далее легкие, желудок, и во втором, в последнем столбике представлены данные по смертности. На первом месте легкие, далее желудок и ободочная кишка. По проблемам, с которыми мы сталкиваемся при ведении канцер-регистра, я бы назвала основной проблемой неукомплектованность кадрами, причем не канцер-регистра, а первичного онкологических кабинетов, поскольку из 21 первичного онкологического кабинета у нас более половины неукомплектованы кадрами. И в связи с этим нарушено взаимодействие с ними. То есть мы постоянно обращаемся с просьбой выяснить судьбу пациентов, которые длительно не приходили на обследование в онкологический диспансер. И приходится работать не только с онкологами, но и подключать административные ресурсы через главного врача, через заведующих поликлиниками. И также... эту проблему мы решаем совместно и с ЛПУ, и с Департаментом здравоохранения Ивановской области. Издаются специальные приказы по взаимодействию. И при отсутствии онкологов, онкологических кабинетов, эту функцию на себя вынуждены берут участковые терапевты. Но, тем не менее, нарушается несколько преемственность введения онкологических кабинетов и полнота сведений о них в наших регистрах. Спасибо за внимание. Thank you. Are there any questions? Спасибо, будут вопросы. Yeah. Вы успели обработать данные 2014 года? И если вы получите информацию в 2015 году для пациентов, диагностицированных 2014, что вы сделаете? Это не стандартизированный был показатель, представлен грубый. По данным, которые у нас были на момент. Я еще, коллеги, хочу извиниться, я в онкологию пришла в апреле этого года, и, возможно, не совсем корректно доклад вам излагаю. И поэтому больше вопросов, чем каких-либо внятных ответов. Но для меня этот курс даст хороший толчок к развитию. И много терминов новых я для себя узнала. И, конечно, мы будем все это у себя внедрять.
поэтому извините, больше, наверное, вопросов, чем ответов в моем докладе.